Гейский, ребят, меня зовут Фалавиус, и сегодня красный шарик идет на поиски очень крутых монеток. И, ребята, самое главное, знаете что? Самое главное, что мы их найдем, ребята, и золото пиратское мы отыщем и заберем себе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, ну и тем временем мы проходим эту замечательную игрушечку. Так, левел 2, отлично, и идем дальше. Так, что тут нас ждет? Так. Ой-ой-ой, придавит нас. А, не придавит, это штуковина. Так, на монетках, кстати, ребята, обратите, черепочки с костями нарисованы. Это чисто пиратские знаки. Рано или поздно мы к ним придем, к этим пиратам. Так, ну что же, это хорошо, конечно же, но не очень. Так, опа, есть, отлично, все. Так, заходим и... Так, и дальше нас ожидает... Опа, ребята, смотрите, шипы нас ожидают. Очень большое количество шипов, и это не очень хороший знак. Так, вот тут вот нам нужно пройти вот так вот аккуратненько. И дойти до самого конца, ура! Ой, крот, ах ты получай, кидает в нас камни этот крот. О, иди сюда, на тебе. Так, заходим, левел 5, все пройдено, отлично. Так, и теперь 6. Ну, на 6 тут уже будет поинтереснее, ребята. Так, нажимаем кнопочку. Ага, ждем, пока эта штуковина опустится. Так, и поднимаемся. Так. Хорошо, так, монетки собираем. И все, мы их собрали. И это самое главное, ребят. Так, тут сейчас нужно будет прыгнуть. Вот это тут, конечно, было пропасть. Ой-ой, крот, не надо нас стрелять тут. Крот немножечко промахнулся. Ну и все, ребята, на этом конец. Ура, поставьте лайк, подпишитесь на канал.